Казахстане в окрестностях моногородов обнаружили ресурсы полезных ископаемых на 1 триллион 100 миллиардов тенге. Это почти 2,5 миллиарда долларов. Об этом доложил на заседании правительства министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев. Для привлечения дополнительных инвестиций в развитие моногородов ведутся геологоработы. Также на разведку данных территорий привлечены частные инвестиции в размере почти 29 миллиардов тенге. В текущем году планируется завершить поисковые работы на 5 перспективных участках вблизи городов Абай, Курчатов, Балхаш, Алтай. В свою очередь, премьер-министр Холжас Бектенев поручил обеспечить создание привлекательных условий и спецпакетов для молодых специалистов в моногородах, а также принять меры для повышения доходов жителей. В 20 моногородах сейчас проживает свыше 1,3 миллиона человек. Это достаточно много. Потенциал есть, нужны решительные действия. Мы хотим развивать эти города, сделать их привлекательными для молодежи. Поэтому необходимо принимать меры по повышению доходов и увеличению занятости. Это надо делать через расширение производства, реализацию новых проектов, создание условий для бизнеса. Акиматам нужно обеспечить создание привлекательных условий и социальных пакетов для молодых специалистов. Компании, чьи производства размещены в моногородах, также должны нести корпоративную социальную ответственность.